жители Самарсуна Амгинского района торжественно установили первую сваю Дома народного творчества. Сегодня в селе Самарсуна Амгинского района торжественно установили первую сваю Дома народного творчества. Жители села в течение многих лет поднимали вопрос о строительстве нового здания культуры. Объект с третьей попытки прошел отбор федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма составляет более 125 миллионов рублей, где предусмотрено софинансирование из внебюджетных средств, которые почти уже собраны силами жителей села и спонсоров. Каменное здание будет двухэтажным. Общая площадь строительства составляет около 900 квадратных метров. Третий раз после участия в данной программе нам удалось все-таки пройти конкурсный отбор и, соответственно, получить финансирование из федерального бюджета, благодаря которому у нас строительство начнется. Конец строительства запланирован на конец 2024 года, то есть в следующем году, в конце года, у нас уже новое здание Дома народного творчества откроет свои двери.